значит, здесь есть одна лужа, там она кишит просто крабами. Мы идем их ловить. Не вижу ни одного. Один вон туда убежал. Вон он. Вов, ты нашел? Нашел. Поймали. Смотри, у него одна клешня. О, беленький. Ты нажала? Смотрите, какого краба. Крабик Гоша. Это крабик Гоша. Фильм «Крабик Гоша» и его друзья. Сейчас мы его помоем. Так смотри, чтоб не цапнул. О, смотри. Он меня кусает. Гад. Смотри, до крови покусал. Ты гад. Вот такой. Стоять. Боится. Ты говно. А ну дай. О, сейчас мы его помоем прям с очки. Какашка ты большой, Гоша ты какашка. Папу кусили. До крови, что ли? Да. О. Смотри. Сильно. Видишь? Цепма. Ну, смотри, какие клешни. У него тут на клешнях зубы вот такие. Видишь? Вот они. Они самые острые. И у него одна клешня еще. Где-то вторая. Он одну, а капитан вот одну потерял. Так, сейчас мы будем рассматривать его. Как его зовут? Гоша, да? Да, Гоша. Мы его Гошу назвали. Окей. Только Гоша, да? Вот он сейчас схватил. Ему кажется, что он кого-то держит, да? Поэтому я не боюсь его разворачивать. Вот. И вот так вот он. Вон он. Попробуй, какой он твердый. Я уже вчера пробовала. Так. Можно тоже попробовать? Да, попробуй. Что, еще будем ловить? Давайте. Все. Давай, этого пока оставляем. Букашка. Не так. Да, пустите его. Давай. Второго поймали. Только смотри, чтоб не укусил. Сейчас Гоша тебе будет. А у него вообще клешней нету. Да? Тынч. Давай воду. А так он кусаться, значит он ничего не будет делать. Да? Не будет. Так. Мы его чуть-чуть воду опустим. Еще одного. Ой, убежал. Они очень шустрые. Где-то здесь он остался. Еще один убежал. Блин, убежал. Большой. Еще один поймали. О, какой большой, смотрите. Этот огромный. Огромный. Так у него эти, папа, у него. Ты что его? Так, смотрите, какой огромный. Это что-то бешеный какашник. Он будет чемпионом. Бешеный. Помойте его, бедного. Бешеный чемпион. Давай его тоже сюда. Папа, сейчас сетка сломается. Я не могу его взять, он меня укусит. Папа, не бери его. Давай бой сюда, чтобы он укусил. Макук. Или, стой. Вот, смотри. Я ему сейчас хочу палку делать. Да, да? Он зацепился там за сетку. Ну ты говнюк. Ну ёлки. Смотрите, какой огромный. Да, ну помоем. А ты, он тебя точно не укусит? Кто знает? Ему клешни. Раз. Смотрите, о, какой хорошенький. Жирный крабик. Три крабика уже. Давай четвертого еще. Ты бешеный. Он правда очень огромный и бешеный. Да, это речка. Много крабов тут поселились.
лысву, а лыс нельзя, какашник. Да. Сейчас будем гонки делать. Какашник. Сейчас будем, короче, отпускать. Кто вперед добежит, тот выиграл. Кто вперед до воды добежит. Этот уже начинает. Во, вот он самый шустрый, смотри. Он смотрите, выиграет. Побежал уже второй. А этих надо перевернуть. Вперед. Вперед, вперед. Ком. Помыть надо. А то ничего не видят. Ну. Давай. Давай вперед, к свободе. О. Не бей его. Лучше этому дай так же, она тоже тебя укусит. Не только не сетку, потом не отпутаешь. На, клешни. Давай цапни. Смотрите, как. Все, сейчас цапни. Так, пойдем. Раз он зацепился, значит он первый. Значит он выиграл. Вот так, смотри. Пум. Упал. О, неси, неси этих. Побежал. Первый. Я их фритирую, теперь надо жарить. Сюда, сюда их, вот сюда выпускай. Чтобы они... Смотри, четыре не хотят. Дай сюда, вот так. О, побежал. Пошел. Самый большой остался. Не, он давайте цепляется. Его чуть-чуть вот тут оставим, вот тут. Подожди, он цепляется вот. За сетку. Он сильно. О, о, давай, пока. Побежал. Да. Ну все. Все, вот так вот немножко половили крабов. Вот, но мы их, естественно, отпускаем, нам они не нужны. Пусть живут. Все, всем удачи.